Привет, ББ вещает! И привет всем нашим! Я горжусь с вами. Фотожаберы, контент-мейкеры. Это лучший просмотр предложки за последнее время. Не бойся, я сейчас объясню, как она все устроена. Это сразу. На таймер. Игровые мемасы мы приветствуем. Ты просил апгрейднуться, вот я и прокачался. Ладно, неплохо. Этот человек просто так избил продавца матрасов, а ты просто Альберт, ясно? Здравствуйте, Альберт. Вы заказывали матрас. Ой, суки, блядь. Шумер тот умереть не может, отмудить меня зажали люди смокинги, баны, разбаны. Блять, почему миссия с мастерством, почему имя чего, что вы делаете, зачем стоять, зачем продолжаете драться, неужели видите какую-то миссию, или вы просто страшно становится табу, блять. Шиз, блять, нахуй. ББ, я твой сын, спаси меня, я в Израиле. Куйбышев, значит, да? Куйбышев, нет, у меня не фамилия Куйбышев. Если она все-таки хочет тоже стать табу, то вот табу аватарка для меня. Я это не буду выкладывать, но я это для себя сохраню. Выбери свой класс. Паладин, шут, маг, рыцарь. Почему здесь рыцарь, блядь? То, что в железе. Вор, клирик, укротитель, воин. Ну тогда скорее этот самый. Охотник. Воин-некромант. Как людей заново пустить классические мемасы? Арики Кицураги и ББ Амброзиус Кусто. Блядь. Лена, жена криптозоолога. Иными словами, у нас Фуди Артерби, общий предок, из которого эволюционировали параллельно, прямо как своим напарником. Так и знал, Андрюх, ты не человек. Который поручится, Андрей относится к тому же виду, что и мы. Довольно нелепо утверждать обратное. Эх, вот поэтому в нашем дуэте инициатив всегда на мне, да, Андрюх? Блять, это годно. Тося, молодец. Возьми с полки пирожок, партия гордится тобой. За донач 500 рублей. Пусть что-нибудь ББ пусть что-нибудь наколдует. Блять! Гриша, вставай, там деградач скатился. Когда съел с яблоки в Legend of Kirandia и дошел до микрочелика в дереве. Ну-ка! А где тут решение? А нихуя решения, блять, нету! Да, Виза, так и было. Хотя можно было бы на самом деле этот самый. Наложить музыку из Киранди. Мы подготовим это к публикации. Спасибо большое. Corporate need to find the difference between these pictures. Сука! Альтернативный Бэпс. А вы тоже в детстве думали, что они братья. Дикра Бэпс, фотожабы. Ладно. ББ подписаны. Что это такое? Битва жабных экстрасенсов. Вы тоже в детстве думали, что они братья. Да сука. Да тварь, блядь. Чё за хэбэпс в ликвидации? Same energy. Ладно, это я выложу тоже. Тариф Толян МТС. Я в жопу ни разу не входил. А из моей жопы выходила не раз. А твоя жопа терпела входящий. Теперь входящий стоит 0 рублей. МТС на шаг впереди.
Ладно, это смешно. Чел, который сделал годный мем, но его не заметили. ББ смотрит 200 фотошоп с туалетами. Ну да, многие жаловались, что я многие годные фотожабы пропустил, понимаю. Жесткий человек, ваш ведьма. Геральт, я вас умоляю, добрый когтеляк. Блять, он так идеально подошел бы на роль Геральта, сука. Ебать. Это мы выкладываем годно. Молодец. Ребята, я вижу апгрейд. Я вижу годный контент в предложке. Это пиздец меня радует. Если предметы смогут говорить. Большое зеркало называет вас толстым. Компьютер смеется над вашей историей. Что за хэ фотожабы уже тут? Один раз решил устроить себе челлендж и спить всех унитазов в игре Fallout New Vegas. Было очень интересно и познавательно. По пути взял перк-каннибал, хавал людей. Получил симулятор человека-каннибала, пьющего воду из унитаза, с ужасной кармой. Съел всех людей во всех городах, фермах, поселениях, казино, в лагерях, убежищ, караванщик, торговец поселенцев. В каждом DLC тоже всех кушал, пил из унитаза. Кудир съел из всех, попил всех унитазов, 10 из 10. Может, что бывает, когда смотришь годноту. Охуеть, да, бабай? А вы тоже в детстве думали, что они братья. Кушайте чат артишок, он вкусный и полезный. Чат. Лоботряс в катине или шефа. Мы сидели за изнасиловать. Тайвань. Тайвань, Вань, наш. Отправим всех хуй санаторий. Да-да. Блять, я это выложить не могу, но кек. Кек. Можно смеяться, но я это осуждаю, ребят. Просто для тех, кто не знает контекста, Скавен и Warhammer Fantasy являются аллюзией на Китай. Везок The Beast. Рейдок The Tracer. Авак The Trigger. Финансовый пузырь. Тарако. WWW Деградач. Спасибо большое. Где еще? Не, ну, кстати, Юля сделала годно. Это было... ББ. Нормальная фотожаба. Фотожаберы. I love my gods. Пошел вон тайм. I love my gods. Where is my gods? Мы тоже в детстве думали, что они братья. Ну, похоже. Подпишите Градача, когда видит очередной порно арт с ББ. Мы тоже в детстве думали, что они братья. Дейрол, чел, который написал в чате, чтобы выехали. Это, если что, музыка из Ульфенштейна, товарищ начальник. Оооо. Ладно. Ночью у нас сегодня будет танцы Жукова, ребят. Богу стыдно за этого уёбка.
Закидываю еще немного Анидзуки. Ля писель, классно. Все картинки посты, похуй, абсолютно похуй. Твое ебало, как-то тебя назвали Альбертом. Кинострим Бабая, нижний текст. Ладно, ладно. Ребят, это мы выкладываем. Все, ребят. Чел, молодец. Молодец. Выкладывай прямо сейчас. Ладно, выкладываем. Это прям мега хорошо было. Иконки подписчиков на ГГ. Так, это я сохраню. Это мы удалять не будем, это я потом погляжу. Блять. Отдыхаем с фотожаберами. Молодцы, на чили. Бля, какой интеллигент. Мой, понял. Ну как тебе, бабой? Быть на самом дне? Хреново, наверное. Но, увы, рано или поздно кто-то должен был тебя вытеснить с Ютуба. И это я. Более харизматичная, веселая и базированная персона. Так еще у меня бэпсики молочные, а не кефирные, если ты понимаешь, о чем я. Блядь. О, моя любимая песня. Покончить с тобой под ней будет один... Крылбак у колдун. Крылбак у колдун. Слушай, гандон. Помнят с горечью селедки, как рыбак колдуном стал, как спускал подобно Синзи, так он спелый кастовал. Да-да, я. Помнят с горечью селедки, как рыбак уколом стал, да вон жену его отпехал, а рыбак лишь прошептал. Блин, какой я современный европеец, да-да-я. Я фашист. Рыбак у колдун. Рыбак у колдун. Рыбак у колдун. Помнят с горечью селедки, как рыбак колдуном стал, как спускал подобно Синзи, так он спелый кастовал. Цей юмор понимать надо. Помнят горечью селедки, как рыбак уколом стал, да он жену его отпехал, а рыбак лишь прошептал. Блин, какой я современный европеец. Рыбак у колдун. Рыбак у колдун. Ну вот и настала кульминация. Мне даже интересно, как ты можешь спастись с этой ситуации? Ты не настоящий! Понимаю. Это пиздец. Годно, ребят, просто очень годно. Я фашист. Классные крышаны, кстати. На сегодня все, ребят. Гриша, это просто пиздец. Гриша Рак, ты смог вернуть, блядь, года, когда We Are Number One был мимасом и форсился пиздец только так. Я горжусь вами. Фотожаберы, контент-мейкеры,
Это лучший просмотр предложки за последнее время. Я вами горжусь. Вы молодцы. Продолжайте вашу работу. Муа!